А я продолжаю нашу игру и кручу рулетку. Ой, за три. Кстати, вы любите покупать туфли? Конечно. У вас много туфель дома? Да. У меня очень. У тебя сколько пар? Ну, у меня где-то около 100 летней обуви, ага. И еще зимние где-то, ага. Так же. Но я думаю, что уже больше, потому что пересчет был 2 года тому. Мы просто с Ирочкой очень любим секси-город. Сару, для тебя я паркер. Я просто люблю секс. А город это нет вопроса. По часовой стрелочке мы берем этот конвертик. А это значит, что это вопрос из категории кумиры. И это видеовопрос. Внимание на экран. Ну що, блондиністі дівчата, давайте поговоримо про кіно. Привіт! Відомий голівудський кіноактор Дастін Хоффман зіграв одну з найкращих своїх ролей в фільмі «Тутсі». Оскарівський комітет ані на хвилину не вгався перед тим, як номінувати його на престижну премію. Єдиною проблемою, яку вони мали вирішити, було... А от що саме було, ви скажете мені через одну хвилину. Время да. Пошло. Я думаю, что за лучшую мужскую или за лучшую женскую роль. Потому я что думаю, они не могли играет. Определить, да. За мужскую или за женскую роль, за какую роль давать Оскар. Да. Тутси. Ну конечно, однозначно. Да? Вы все со мной согласны? Да, а мы можем остановить сейчас время, а потратить это время в другом вопросе? Будь ласка. Уже не можем. Можете... дать мне правильный ответ, потому что минута уже прошла. Дима, время с тобой летит так быстро. Незаметно. Это только здесь. Итак, Тала Калатай, кто отвечает на этот вопрос? Я думаю, я отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что академики киноакадемии Оскара не могли решить, за какую лучшую роль давать Дастину Хоффману Оскар. За женскую главную или за мужскую главную. Вот они не могли определить, потому что в Тутси он и мужчина, и женщина. И везде гениален. А теперь, внимание, правильный ответ. Отже, правильная відповідь. Комитет долго не мог решить, на какую роль его номинувати. На кращу чоловічу чи на кращу жіночу. Молодці! 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 6 балів.